Если вы хотите стать реально сильным тренером, изначально вы не должны допускать ошибки, которые многие допускают. Я же вам рассказывал, вспомните только что, что очень много людей, которые, они умные, они хорошо могут читать тренинги и так далее, но они так и не станутся брендом, так и не станутся известными и так далее. Почему? Первая ошибка, которую допускают, они стабильно не работают над собой. Они немножко то знание, которое у них есть, они на этом застряют и все, продолжают об этом говорить и говорить, говорить и говорить, но они не растут, у них нет роста. Многие тренера, они просто изнашивают себя от того, что просто не работают над собой и только читают тренинги. Они не успевают над собой работать. Это самая большая ошибка, которую люди допускают. Вы теперь пришли на пути тренера, вы должны стать вечным студентом. Это первое, чего у вас должно быть. В среднем, чтобы вы могли свою компетенцию сохранить, Гарвардская школа стандартизировала для человека, который хочет быть профессионалом, в год 60 книг. Я читаю в год больше 100 книг. Понимаете? И каждый день, один час, я занимаюсь духовными практиками. Каждый день, один час, не пропуская почти ни одного дня. Это очень важно. Если вы будете... Сейчас объясню. Если вы будете каждое утро я стою и один час Коран слышу и делаю зикр. Каждое утро, чтобы мое сознание не ушло не туда, в другое направление. Потому что деньги, соблазны и так далее всегда будут обладать вами, если вы не работаете духовно. Это очень важная вещь. Стабильно работая над собой, надо двигаться. Стабильно. Не пытайтесь за один день стать успешным. Так не бывает. Это не работает. Но стабильно длительный период. Вот она, где секрет. Каждый день делай одно и то же. Длительный период. Длительный период. Долгое время. Всю оставшую жизнь. Могу уверенно сказать, если вы в день один час работаете над разумом. Один, это чтение книг, повторение наших уроков, посмотрите тренинги и так далее. Один час, каждый день. Называйте это час восстановления. Час вдохновения, час развития, как угодно назовите его. Магия утра. Чего угодно назовите, мне все равно. Используйте чего-то лучшего. Все. Назовите как хотите. Хорошо? Час созидания или час вдохновения. Но каждый день один час работайте над собой. Я могу вам сказать, что Аллах даст, если вы так делаете, через 3 года вы станете номер один среди всех, кого знаете в этой профессии, в вашем окружении. Через 3 года. Через 5 лет вы станете в своем стране номер один. Через 10 лет вы можете стать по всему миру номер один в том области, чем вы занимаетесь. Это секрет давным-давно открыто. Это, посмотрите, мировые чемпионы спорта. От 7 до 10 лет занимается, он станет мировым чемпионом номер один в мире. 3 года. Вы станете номер один среди всех, кого вы знаете в этом профессии. Но с Гарвард провел исследование и выявил, что чтобы свой уровень компетенции сохранить на современном мире, 60 книг в год надо читать. Но я рекомендую вам акцент делать не на чтение книг, на изучение книг. На изучение книг. Одного, когда ты его читаешь, другой, когда ты его изучаешь. Это 2 разные вещи, ребята. Абсолютно 2 разные вещи. Потому что, когда ты читаешь и изучаешь, абсолютно разные вещи. Изучая, ты начинаешь понимать. Я некоторые книги по 7 раз читаю. Ребята, все, чему я советую здесь, они все из практики. Вы делаете, у вас результат гарантированно. Не делаете, значит, вы сами приняли решение, что мне это не надо пока. Тогда ваш выбор. Это ваш выбор. Хотите, чтобы люди платили, вас слушали? Хотите, чтобы люди уважали вас как тренера? Они сказали, что ой, лапшу вешает там мошенник и так далее. Тогда вам надо просто работать над собой. И над собой серьезно работать. Относитесь к своей работе более серьезно. Это очень важно. Это очень-очень важно, потому что вы работаете с судьбами людей, вы должны быть на 5 шагов впереди их. Вам не надо быть супер-пупер умным, вам не надо быть пророком, вам не надо быть ангелом, но вы должны быть на 5 шагов впереди их сознательно, чтобы помочь им. Они хотят слышать вас, когда вы можете им что-то отдавать. Послушайте меня внимательно. Информация, которую не используете, она отравляет ваш разум. Вода, которая стоит на одном месте, она гниет.
Послушайте внимательно то, что я сказал. Вода, которая стоит на одном месте, превращается в болото, она гниет. Она становится самая ядовитая. Поэтому информация, которую человек не практикует, она отравляет его разум.